вкуснейший, лакомый, натуральный, вызывающий ожирение, диабет, зависимость. Мэдмен представляет. Сахар есть в большинстве потребляемых нами продуктов. Но полезен ли он для здоровья? Единственный способ получить ответ — это снова начать есть сахар. 3 года назад Дэймон исключил сахар из рациона. Я решил проверить, как он будет действовать на меня. И каким же образом? В последующие 60 дней. Надо съедать примерно 40 чайных ложечек сахара ежедневно. 40 ложечек? Он снова станет есть здоровую пищу. Это будет скрытый сахар, находящийся в считающихся полезными продуктах и напитках. Так что никакой газировки, конфет и мороженого. Здоровье населения нашей планеты с каждым днем ухудшается. И многие ученые считают, что виноват в этом лишь избыток фруктозы. Количество потребляемых мною калорий останется прежним, только продукты изменятся. Он рискнет своим здоровьем. Сахар разрушительно действует на человеческий организм. И своей фигурой. Если и дальше буду так питаться, я получу ожирение? Разумеется, и уже скоро. Ради будущего своей семьи. Любой сахар. Коричневый, белый, фруктоза и ее производные оказывают одинаковый эффект на здоровье. Этот фильм нужно смотреть. Джейми Оливер. Утром чувствовал себя паршиво, организм требовал сахара. Подсев на сахар, мозг функционирует нестабильно. Мощнейшее впечатление. Доктор Стэн Голдштейн. У тебя начинается ожирение печени. Впервые вижу, чтобы такие изменения появились в течение 2 или 3 недель. Вы узнаете, почему. Приходя в супермаркет, надо поворачивать налево или направо, не заходя в середину зала. Жизнь слаще. Сахар вовсе не зло, но без него жизнь гораздо слаще. Сахар.